15:06, ну, вечера, 17:45. Ну, в общем, раздался взрыв. У меня дома не было на этот момент, дочь была. Вот где женщина с 6-го этажа, над которой все это случилось, у нее потолок просел, а на 8-м этаже семья, видимо, завтракала, то есть ужинала, извините, это вагила вся семья. Они 2 года назад въехали в наш дом. Молодая семья, хорошая. Папа, мама, это молодые, до 30 лет. Значит, у Олега отец в ополчении в городе Снежном. Он нам, ну, недавно рассказывал, сидел. А семью привез только с Днепропетровска. Дочечку и сына. Мальчик 10 лет, девочке 5, около 5, наверное, лет. Хорошая семья при этом. И на 7-м этаже тоже семья у нас Епишева. Анна погибла, ну, ее Галей мы называли. Вот. А Юры, внуку ее оторвала ногу в реанимации. С 9-м этажа тоже сейчас женщина вышла, при взрыве она вышла и провалилась с 9-го на 7-й этаж, ее тоже в реанимации находится. Семьи хорошие были, все люди очень, ну, у нас вообще дом хороший, это подъезд, вообще все дружные. И вот это все случилось. В общем, мы в шоке от того, что произошло. Я поднялся, взял фонарь, поднялся там еще, взял ребят, которых, ну, до 8-го этажа пока добежал. Вытащили сначала парня одного с 7-го этажа, у него нога была перебита. Вот. Потом вытащили женщину с этой же квартиры, ну, говорят, она вроде сегодня скончалась. Вот. И на 8-м этаже вытащили, получается, женщину, она уже была неживая. Достали то ли девочку, то ли мальчика, лет 14, наверное, где-то. И говорят, уже потом, когда приехали то ли спасатели, то ли МЧСники, они говорят, достали еще одного ребенка. Коридор, тамбур, кухня вся ушла, зал и эта стена, и стена на спальню. Все вот они, в общем, ну, на честном слове держатся. Thank you.
Thank you.